Как еще могут навредить звездам их виртуальные клоны? Ответ мы нашли в самом сердце крупнейшей в России соцсети. Тут есть свои законы, своя валюта и даже своя фабрика звезд. Ее победитель – певец Валентин, теперь известен и за пределами интернета. Увидел замечательную рекламочку, какой-то конкурс ВКонтакте. Ну, а, собственно, когда мы все сидим там сутками, вот, решил тоже отправить свои демочки. Думаю, ну, ладно, выиграю, не выиграю, так хоть засвечусь там. И потом как-то все закрутилось, поехало, и вот теперь я уже не только ВКонтакте, но уже и в телевизоре. И как только Валентин стал известен, у него в интернете появились клоны, а про знаменитостей со стажем и говорили...